Ну, кстати, я помню вот ваше заявление на пресс-конференции после боя о том, что, ну, как бы вы не считаете, что это был бой между Россией и Украиной, это был бой двух боксеров. Конечно. И что вы не разделяете вот два народа. Конечно. На Украине возмущение было такое по поводу того, что мы там... Мы не москали, там, у нас там все слабо. Хотя я считаю, что Киев — это мать городов русских, правильно? И на самом деле туда надо столицу России перенести, в Киев. Тогда. Я не буду насчет этого говорить. Я скажу одно, что, я не знаю, мы общались с ребятами, с украинцами, одни и те же люди. Я считаю, что половина, у меня бабушка самого половинка украин. И говорить о том, что, вообще, я не знаю, я считаю, один народ. Киевская Русь была у нас. Да, нет, я тоже так считаю. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.